Если у вас есть задолженности по оплате штрафа или налогов, немедленно оплатите. В противном случае ваш автомобиль может оказаться на штрафстоянке. Сегодня в областном центре стартовала акция «Барышкер-2020». Отныне сотрудники правоохранительных органов и частные судебные приставы могут привлечь к ответственности каждого, кто уклоняется от оплаты долгов перед государством. Акция «Барышкер-2020» проводится в областном центре каждый месяц. Используя специальное устройство, сотрудники правоохранительных органов останавливают задолжников и просят погасить невыплаченный штраф. Специалист имеет полное право оставить ваш автомобиль на временной штрафстоянке. Сейчас данное мероприятие проводится ввиду неисполнения должников требований исполнительных документов и применением водворения на специализированную штрафную стоянку для исполнения исполнительных документов в полном объеме. Всего за один час специалистам удалось идентифицировать двух должников, один из которых игнорирует оплату долга перед банком более чем на 600 тысяч тенге. Владелец данного автомобиля задолжал банку 647 тысяч тенге. Его машину мы отправили на штрафстоянку. Она будет находиться здесь временно. После погашения владелец сможет ее забрать оттуда. Стоит отметить, что только в Жамбылской области 2254 человека уклоняются от оплаты штрафа. Данная оперативно-профилактическая акция продлится 3 дня. Отныне ни один должник не сможет избежать наказания. Катерина Иващенко, Асылбек Жолшыбек, 77 News.